Скоро ожидает нас с вами кубковый поединок, поэтому давайте быстренько представимся. Я Юрий Розанов, мой коллега Василий Соловьев. Всем здравствуйте. Сегодня случилась такая штучка неприятная. Не успели распечатать составы команд. И если бы вы знали, как мы посмеивались над нашими коллегами, мы-то всех игроков знаем на раз. Да, Юру можно среди ночи разбудить. Я там не пробовал. Он знает все составы наизусть. Аргентина может ударить. Этот перехват — награда за его старания. И как бы так не вышло, что хороший отбор вообще в минус команде пошел. Что творит Лионель Месси? Задействует вратаря этим пасом игрок, а болельщики недовольны. Доминике.
мяч в воротах. Давайте посмотрим еще один раз повтор, только с другой камеры. Счет 1-0, а прошло всего лишь 13 минут. Говорю всего лишь, потому что все, что в первые полчаса забивается, это гол быстро. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворотом пробить. И мяч у команды противника. Это шанс! Скоро была хоть болельщиком, но вратарь все эти аки помножил на ноль. Уверенное действие. Игуаин. Хорошая передача. Эменике. И все правильно. Да, все усилия, вся эта атака, весь этот момент, который старались, создавали, все теперь помножено на ноль. Гол не забит, и команда остается догоняющей. Какой прессинг, не дает нормальный удар. Пошла борьба. Плотность игры непременная составляющая футбольного матча. И, пожалуй, что можно бить, это органично будет смотреться. Даже в действиях защитника можно и должно искать красоту. Вот вам, пожалуйста. Но все-таки, как правило, та команда, которая забивает, может получить психологические преимущества. Фернандо Даго. Рохо. Ну и вот играют друг с другом вдвоем. Маскерано. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. Перехвачен мяч, можно отдохнуть. Ди Мария. Ничейный счет первого тайма справедливым. Он сам вам расскажет. Мне кажется, что вполне себе справедливый счет. Ну а почему я здесь не соглашусь с тобой? Конечно, справедливо. Отличные команды, отличная игра. Впереди еще целый тайм. Но давай вот сейчас уже пойдем кофейку попьем, иначе не... Ясное дело, новый игрок – это новые силы, это свежесть, это, если угодно, адреналин. Ну а тактические разработки – это тактические разработки. И если фиксирует арбитр нарушение правил, штрафной. За...
Защита бдит, и прострел перехвачен. Находит адресата и уходит мяч за лицевую линию. Будет удар от ворот. Через. Правильно судья действует. Свисток был бы в пользу провинившихся. Да-да, пусть поиграет еще. Рохо. Хороший темп. В принципе, это движение без мяча. Что мы и видим. Таким мощным ударом. А куда попало? Это понятно. От греха. Но ведь команда спасена. Джона Бенекиал. Наверное, можно было сыграть поточнее. Как говорили болельщики в Советском Союзе, по-стрельцовски. Мяч в центральной зоне. Перехват. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок. Я практически в этом не сомневаюсь. Ди Мария. Но это подкат, а значит жестко. Джон Бенекиал. Гуаин. Вступают игроки в борьбу за мяч. Довольно жестко получается. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Вот. Ну, пока игра носит такой неопределившийся характер, и борьбей, это очень опасно. Пока еще не удар, но вот-вот он будет. Маскерано. Потащил один удар, но может быть и второй. Выйти вперед, но на табло ничья. Если не забивать такие моменты, ну как тогда вообще забивать? Можно было, наверное, получше пробить, но что получилось, то получилось. Два футболиста из разных команд готовы выйти на газон. Не идет мяч в ворота. Ни в те, ни в другие. И уже очень-очень давно. Гуаин. И здесь игрок сборной Аргентины может ударить. Ну вот, думаю, надо бить и забивать. Перехват ослабит давление соперника. Очень вовремя. Мяч отобран в середине поля. Агуэра. Ди Мария. Позиция хорошая. И вот он, удар поворотом. Ну, теперь упустите это.
этот перевес, я думаю, команда себе не позволит. Немая сцена в обороне, а ведь им надо хватать мяч и быстренько бежать к центру времени, чтобы забить ответный почти не осталось. Где найти силы для того, чтобы ринуться в последнюю атаку? Ведь времени тут исключение. Победный гол! Именно победный, потому что идут последние мгновения матча. Может быть, одна атака осталась всего. Ну и если есть умелец зарядить отсюда руками в штрафную, то может возникнуть очень опасный момент. Пошла борьба. Плотность игры — непременная составляющая футбольного матча. Прострел — абсолютно точно не голевая передача. И игрок с мячом, думаю, надо бить и забивать. Будут спорить, может быть, но, как говорят в старом анекдоте, как арбитр ответил игроку, пенальти был, и завтра вы об этом прочитаете в газетах. Вратарю оставалось только мяч из сетки вытащить. Очень часто комментаторам хочется, чтобы подобные минуты мяч. После этого свистка нам остается только вспоминать о прошедшем матче. Да, это уже история. Да, одна команда сегодня больше оборонялась, чем другая. Другая больше атаковала. Ну так что из того? Это тактика, которая выбирается заранее. Вот на табло ничья, и это об этом завтра, как говорится, прочитаете в газете. Ничейный результат, тем не менее, мне кажется, очень логичным, несмотря на то, что там вот эти проценты, какие-то разные статистики. Нет, результат очень логичный. Этот футбол с вами смотрел Юрий Розанов. Всего вам доброго и до новых встреч.